На месте ракетного удара в Краматорске, который россияне нанесли вчера после 19 часов, продолжаются спасательные операции. Со слов главы города Александра Гончаренко, мы знаем, что сложности добавила, вот сейчас можно видеть, одна из конструкций, это плита, которая упала, и в этом месте, вероятнее всего, по-прежнему находятся люди, находятся сотрудники этого заведения и мирные жители, которые в этот момент находились здесь. Это зона отдыха Краматорский, и здесь всегда находилось огромное количество мирных жителей. В этот момент наша съемочная группа тоже находилась здесь. Пострадал наш автомобиль, пострадал сотрудник нашего телеканала. Все обошлось, но, к сожалению, не всем так повезло. Мы знаем, что за помощью к медикам обратилось более 40 человек. Знаем, что вчера проводились операции по спасению людей. Ну и к этому моменту у нас есть информация о том, что погибло 9 мирных жителей. Поиски людей, пропавших, продолжаются. Вот с обратной стороны этого заведения можно видеть, как сидят близкие в ожидании информации, возможной о спасении их близких людей. Що є ті, хто тут працював, зараз знаходяться ще. Так, інформація була одна родичка, людина, яка вже мешкає під завалами, вона стоїть.